день уходящий не вернусь. Не торопись пройти свой путь, неосторожный сделав шаг, ты своей жизни будешь прав. Это самая позитивная часть выступления волонтеров учеников 74-й школы. Чтобы выразить весь ужас и боль, которые приносят наркотики, артисты отыскали нужные слова, использовали язык тела и драматизм музыки. Волонтеров услышали, зрители едва сдерживали слезы. Я видела вживую, и тяжело, очень тяжело, когда видишь детей с наркотиками, честное слово. Антинаркотический урок собрал около 200 школьников со всего Куйбышевского района. Так или иначе, почти каждый из них сталкивался с проблемой наркозависимости. Я видела в общественном транспорте некоторых. Они тощие, они ведут себя неадекватно. Очень страшно. Ну вот страшно за себя или за них? И за себя, и за них. За них в первую очередь. Потому что это их жизнь. В принципе, они сами это выбрали, но все же. На урок пригласили сотрудников госнаркоконтроля, отдела по делам несовершеннолетних и чиновников администрации. Эксперты отвечали на вопросы. Сейчас, будем так, тревогу вызывает 4 района. Это Самарский, Советский, Промышленный и Кировский, где уровень наркотизации и потребления наркотических средств гораздо больше по сравнению с остальными другими. 4 самых крупных района Самары относятся к группе риска по числу наркозависимых. Куйбышевский район в этот список не вошел. Возможно, это результат активной работы с подростками. Марина Матвеевична, Валерий Шаронин, ГИС «События».